Меня зовут Кузьмин Владислав. Мне 18 лет. Я студент Ногинского колледжа. Меня зовут Никифоров Александр. Мне 17 лет, и я также студент Ногинского колледжа. Мы поклонники аниме и манги. В детстве нам и нашим друзьям хотелось иметь товары с атрибутикой аниме. Мы мечтали, что вырастем и сможем покупать себе все, что захотим. После школы мы поступили в колледж и стали участниками движения World Skills компетенции предпринимательства. Мы поверили в себя и поняли: время мечтать прошло. Пришло время воплощать мечты в жизнь. Мы сделали наше увлечение нашим бизнесом. Больше года назад я зарегистрировал ИП, и мы открыли свой магазин с фанатской атрибутикой аниме и манги. Мы изготавливаем и реализуем товары собственного производства, значки, магниты, блокноты и так далее, а также товары из Японии и Китая с атрибутикой аниме. В нашем проекте я – индивидуальный предприниматель и управляющий партнер. Я – менеджер проекта. За прошедший год мы многому научились и многое достигли. Мы стали призерами финала национального чемпионата WorldSkills Russia в Казани и лауреатами премии «Меркуром» Богородского округа. Мы приняли участие в предпринимательской смене «Балтартека», прошли обучение на профильных курсах. 2020 год и режим самоизоляции стали настоящим испытанием для малого бизнеса и для нас. Но мы научились держать удар. Нам отказали от аренды, но мы продолжили свою деятельность в новом помещении. Мы научились находить новых партнеров и заключать с ними соглашения. Мы работаем и получаем прибыль. Учимся и формируем новые компетенции. Развиваемся сами и развиваем свой бизнес. Мы совершенствуемся и ставим новые цели. Мы стремимся к новым вершинам и точно знаем, что будущее за грамотными предпринимателями, любящими свое дело.